Друзья, всем привет! Как вы поняли, я нахожусь в Саратове. Этот легендарный красный богатырь, собранный полностью на компонентах Урал. Вот так вот он выглядит, русский звук. Машина готовится, да? Сделали? Да. Чтобы... А что вы придумали, чтобы его больше не вырывало? Ну, крепление просто перевернули, и все. Там, мне кажется, только закладные и сварные швы, да? 18-18-дюймовых сабвуферов. Экстремально громкий фронт. И для задних пассажиров вот такой вот диванчик. Ну, с моим ростом здесь ни хера неудобно сидеть. Здесь вот все упирается. Вот порт смотрит и назад, порт смотрит и вперед. И оформление работает как на открытых задних дверях, как на открытых и передних. То есть универсальная такая система. Совсем скоро я сниму очень подробный обзор. Обязательно поднимите палец вверх, как наберется хорошее количество лайков. Эта машина, это видео с этой машиной я выложу на основной канал. В дверях стоит трехполосная система 20-ки Патриот Нео от компании Урал. Ну, как вы поняли, это монобрендовый проект, полностью собран на компонентах Урал, за исключением того, что магнитола здесь стоит Alpine. Все выкрашено Раптором, все очень жестко, на шпильках, на болтах. Как они крепятся, ну, я обязательно узнаю, соберу всю информацию и вам обязательно расскажу. Так что надолго не прощаемся. Не забудь поднять палец вверх, нажать колокольчик, потому что на канале не очень много подписчиков, там 960, по-моему. То есть будьте активнее, я буду стараться именно для вас. И всем пока, двигайтесь с музыкой.